Вот, помыл голову уже. Это 99-й, который белый дым валил с выхлопной. Вот такая вот голова. Это места под водяное охлаждение. Вот одно место хорошее. Дальше у нас тут так. Тут уже до прокладки дошло. Тут, ну, тут побежало все. Так что вот так вот. Дяди, тети, здрасте. Сегодня у нас в ремонте 99-е. Жалуется на то, что выгоняет тосол. Проблема с этим. И плюс еще свеча. Ой, свечи две забиты. Если взять, тут он и есть потек какой-то из картера. Ой, из картера, с этого, с под головы. Сейчас будем смотреть эту эмульсию, что она там. Как раз вот, вот тут потек и две свечи. Вот в таком она состоянии. Что-то вообще жирное тут. Какая-то жидкость. Но запах не могу определить. Вот и вторая тоже же не работает. По запаху не определишь, потому что идет смесь вот этой вот гари и всего остального. Тут сухая, но не рабочая, а здесь аж мокрая. Ну вот, и как и думали, предполагали, что аж повымывало. То есть это стекло сюда жидкость не из-за того, что голову снимали, а из-за того, что она тут была. То есть сейчас все это дело вымыть, вернее вымочить. Вот оно как тут все чистенько. Его, как это сказать, вымыло или что. А тут вот проблемы с этим, с маслом. Сюда он масло нагнало. Этот осол чуть-чуть сюда капнул. Но здесь сильно масло бросало. Потому что все в масле. А эти цели два нормальных. Сейчас покажу, что с головой. С головой у нас, если посмотреть по прокладке, вот оно, это место как раз он аж выело саму вот эту проставочку металлическую. И вот откуда оно все это бежало. Вот край этого кольца, оно уже под кольцо зашло и начало набрасывать. Вон видно, от того, что оно кипело, ну, то есть работало, дым белый и шел вот из-за этого. А тут все вот в масле, потому что пропускает сальник клапанов. Или еще может быть какая-то причина, неизвестно пока. А эти два вон чистенькие, рабочие. Ну, этот начал он подгорать, край видно пережат или что там. Ну, в принципе, они работают. То есть обычная регулировка и все в норме. А тут уже не знаем, что делать. Заварить не проблема. Можно найти в Мелитополе по аргончика. А вот что дальше, сколько она проходит, потому что вот коррозия пошла сюда, падает на этот цилиндр. Это у нас третий уже. И тут он, коррозия тоже начинает добираться. То есть заварить это одно. Вот хорошо видно, как оно его разъедает. И здесь также.
Заварить хорошо, но неизвестно, что внутри там поразъедало, как оно. Потому что когда-то мы меняли дедушке вот этот вот тройничок, переходничок. Его пробило насквозь тосолом этим. Так что на этом видео сегодня закончится. Потому что неизвестно, будем искать, пробовать. Дальнейший ремонт уже покажу. Как, что будем делать. А пока вот такой бедой поделились. Так что до следующих видео. Спасибо за то, что вытерпели. Все, всем пока.